никогда и не был навибоем. Интересно все же, я наблюдал за всем спокойно. Из-за всех щелей вдруг интернет, комментаторы вылазят, сопли, слюни, радости. Все это вперемешку с грязью. Зачем? Ведь они правда доставляли. Помню 11-й год, там состав с артстайлом, интервью Вилата, игроки напротив в кабинках. А сейчас такое чувство, что мы сидим на поминках. Никто не верил, брось, Нави еще как умели. Вдохновляли БКБ, Ластаху, Киденди с Пупеем. Да брось, никто не верил, они слишком стары. А помнишь, как в 13-м году два раза брали Старлада? Ротатом титулов много, на них вдруг пала тень. А тут и сами подтвердили, Нави уже не те. Забудутся обиды, что кнопки не были прожаты. Чему все заварил? Да просто как-то жалко. И кто-то свергнет великого, груз придет, а раньше много ликовал. Вера есть, тише сделает шаг, ведь был рожден побеждать. И кто-то свергнет великого, груз придет, а раньше много ликовал. Вера есть, тише сделает шаг, ведь был рожден побеждать. Нет, хвост не на четыре, Дэнди отстоит как надо. Пупеха славно пикнет, так уроки купит варды. Нет, организацию Нави знают во всем мире. Сколько раз Санейка называли MVP турнира. Артстайл ходил за хлебом и рвал на балонаре. Скороходов круто сапил, врал, что не очистен маме. Фаник воровал, а Егис позавидует Таносов. Смайлуха с Лостом также не оставляют вопросов. ФНГша сейчас уж капитанит Virtus.pro. Зачем орать то, что раньше пропитано добром? Можешь удалить коммент, посчитав его непристойным. Можешь срать сколько угодно, но нельзя стереть историю. Все переживали и сильнее катастроф. Зачем же разжигать спор? Это же киберспорт. Просто же хочется взять и пожелать удачи организации Нави и всем игрокам в придачу бывшим. И кто-то свергнет великого, груз придет, а раньше много ликовал.